Ты очень необычно попала в нашу церковь. Ты шла, и твой ребенок тебя завел на храм. И вот так вот ты, ну, упраздним всю историю твою. То что для тебя женская церковь? Ну, во-первых, Евгения, если бы не женская церковь, я бы не осталась. Потому что в тот день, когда мы пришли, мне это все не понравилось, но меня пригласили на среду, ну, как бы там через 3 дня, на женскую церковь. Я думаю, ну, посмотрю, что это за ерунда. И я вот такими горючими слезами сидела на 3-м ряду и говорила, откуда она знает мою жизнь. Я прям не знаю, как это, вот, но это было тогда так сильно, и для меня это было первый раз. И все, я здесь я осталась. И сегодня она с нами, сегодня она уже закончила библейскую школу, и сегодня мы только начинаем, только стартуем, поэтому будь с нами.